Да, детки, сегодня мы повоюем на ГВшечке. Так, тут у нас есть плюс 1, плюс 2, плюс 3. Самые жирные у нас получаются вот эти, да? Так, посмотрим этого. Посмотрим этого. Так, и сюда можно пойти, и сюда. Я так посмотрю, у них хп одинаково. Как мы выберем? Огонь, вода, ветер, если что. Так, огонь, вода, ветер. Запомнить легко. Так, огонь, вода, ветер, огонь, вода, ветер. Так, так, так. Это у нас ветер, правильно? Проверяем. Огонь, вода, ветер. То есть на третьего чувака мы нападем. Окей, рандом решил. Видите? Судьба вот так вот распорядилась, что мы пойдем на третьего поросеночка. На вот эту лошадь. Так, огонь, вода, ветер. Да, все правильно. Так, чем мы наваляем этому пирожку? Сегодня мы потестим новую версию копера. Новая, ой, копера, бульдозера. Я сегодня бульдозера обновил, видели в альбоме? И поменял ему артефакт. Если тут нет никаких защит, то вы сейчас увидите, насколько теперь он силен. Даже пахнет лучше, я вам серьезно говорю. Так, а сюда мы пойдем через Дуфниса. Я всех монстров кинул в инвентарь. Да, теперь будем учиться доставать монстров с инвентаря. Сначала определяемся, кого мы возьмем. Так, знаете, что неудобно с инвентаря? Не видно вот здесь вот деф. Как я уже предлагал, сделайте просто вот здесь вот. Вот такая вот раз плашка на 10 атак, да? Или сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 10 атак. Здесь вот этот вот крестик, передвинуть его вот сюда. Или как-то, не знаю. Вот здесь нажимаешь на стрелочку или здесь. И выдвигается еще одна плашка. И еще 10 атак можно сделать. Ведь шикарно. Эту плашку вообще можно вот сюда поставить. Типа, зачем здесь место свободное? А сюда вместить. И ты и увидишь чей деф и сможешь нормально подобрать. Да? Угу. Так, вот было бы вообще красотулечка, красота. Потому что 10 атак вот здесь забинженных, их явно не хватает. Надо вообще ни разу. Так, сюда мы можем взять... Чё мы сюда возьмем? Угу. Мы можем сюда взять вот так вот, только добавить вместо школьника. Я думаю, нам тут не нужен. Мы можем сюда просто взять еще... Ой, давайте мы сюда Загарыча возьмем. Так, Захара Петровича. Так, возьмем Загарим через него. Загарим. Так, добавим ему сюда еще кого? Вусевича второго. Вуса второй. Как Петр первый, Петр второй, да? Так, Вуса второй. Так, или не Вусу. Вусу или не Вусу. Давайте, ладно, лучше Вусу. Так, и добавить нам нужно кого-то в виде либо огненного мопчика. Ой, и сюда еще Дафниса, я думаю, можно добавить. И все будет Чикен Макнаггетс. Так. Или не Дафниса. Дафниса, не Дафниса. Лучше возьмем Дафниса. Так, все, я думаю, будет чики-пуки. Поехали, попробуем. Самое главное, это бульдозер. Если там не будет артефактов защиты от огня, антикрита, то увидите, какой урончик вносит наш поросенок. Так, первую убьем. Или первого. Паладинша или Ритеш? Паладинша или Ритеш? Ритеш Паладинович. Паладин Ритешевич. Так, я убью, наверное, паладиншу. Хотя Ритеш может кинуть раскол, поэтому убьем бесполезного Ритеша в 2021 году. Бах, минус, до свидания, пиши. Пиши моей маме, что я себе плохо вел. Так, ну чё, теперь тестим урон по нашему мега-жирному. Раньше мои боевички сжались до такого размера, чтоб я пошел бы и ударил с бульдозера монаха. Монах, это жирнейший моб в игре фактически, да? А теперь вообще, смотрите, какие у меня яйца. Смотрите, раз, 29 сквозь купол, 31-100. Как вам бульдозер бьет, а? Видели? Вот это урон от бульдозера. Вот это я понимаю. Когда-то, года 3 или 4 назад я начинал юзать бульдозера, и первые его тычки были по 17, по 18 тысяч, 17-18. Потом я ему проточил гидрой, уже где-то стало 20-21. Потом поменял руны, 23, 24, 26, 28 он бил, и вот уже 31. Эволюция, растет парень, понимаете? Растет. Боже, просто вчера был такой маленький, а теперь уже... Просто капец, эти дети так быстро растут. Вообще не останавливаются ни на секундочку. Удивительно. О, эта овца сама себя убивает. Все, ты довольна? Сдохнет же все равно, но нет, тянет время. Да уж, печалька.
Печалькина, печалька. Так, мы можем ему курицу эту убить сразу. А давайте курицу, наверное, попытаемся убить ему. Откати, отлично, еще и откатили скиллы. Так, дадим ему туда ульту. Боже, это дафочка. Спасибочки. Дафа, это ты? Кстати, это дафа. Что это у тебя? У нее трусы какие-то на голове. Это не трусы, это эти. А, это не трусы. Это веник какой-то забыл с ним. Я не мэф, не та. Сейчас она выйдет, я объясню. Так, она ушла. Короче, чатик, не осуждайте, но... Я буду честным, чисто ради секса, вот и все, вот ничего больше, как говорится, ничего личного. Вот это кольцо, знаете, это обозначает, что я должен делать это с одной девушкой. И все, вот так, да. А видите, да, какие минусы? Я анимешница, все, ну вот это аниме головного мозга, оно, наверное, я не знаю, вылечится оно со временем или нет. Пока я, ну знаете, пока это небольшой минус, да. Пока меня не заставляет быть анимешницей, то, наверное, можно и терпеть, да? Ну, типа, во всех девушках есть минусы. Может, и это стоит потерпеть пока что. Мне говорили, Толян, найди себе не анимешницу. Я такой, а что, такие есть? И говорит, да, где-то там. Ну, как единороги, понимаете, где-то там бегают. В стране Хохляндия называется. Да, такие вот, наверное, не анимешницы там тоже есть. Не знаю, если есть, у меня в подписчицах не анимешница. Живет в Одессе или рядом, как говорится... Не знаю, может, мы обсудим эту проблему с моей анимешницей, и вы дадите советы, как это лечится, не лечится. Не знаю вообще, стоит ли лучше оставить как есть, или можно как-то с этим бороться. Типа, есть ли смысл как-то, не знаю, может, лечение какое-то прописать. Ума не приложу, как это решить. Ой. Да, наверняка есть специализированные клиники, в которые можно положить человека, и как бы ему помогут, да? Да, наверняка есть. Ну, должно быть, по крайней мере. Ой, зачем я его откатываю? Надо, чтобы он бафнулся. Надо, чтобы он бафнулся, вы поняли? И мы его, короче, что-то с ним делали. Блин, он и с этого скилла агрит, и с этого. Но с этого меньше вероятности. Сука, все равно заагрил. Посмотри, что делает. Когда не надо, он берет и агрит. Я не хочу, чтобы он сюда бил, блин. Бей в усу. В усу бей. Короче, убиваем его. Надеюсь. Да, как то ли с ней живет? Это ужас просто. Угу, чатик, вот видите, чатик меня понимает, чатик меня любит. Ага. Так вот, живу и мучаюсь, вы понимаете? Выходишь на кухню, а там, я анимешница, я такой, ну нахер, и ушел просто. Я с этой комнаты стараюсь даже не выходить. Я знаете, что планирую? Я уже спросил у Сереги, кстати, тоже Серега, он мне в двери вырежет такую выемку, куда будет пролазить тарелка. И там будет такая защелка, вы поняли, как в тюрьме. То есть она постучится, какой-то пароль придумаем, я буду, соответственно, постоянно закрывать двери. Она стучится, я открываю, она подает мне тарелку, я кушаю, назад отдаю, все. Ну, чтобы меньше, понимаете, да, тусить с анимешницами в моем доме. Тем более их две, и Даша, и Кира, это ужас. Одна анимешница еще, ладно, но две, о, понимаете. Ладно, еще кто-то такой, да ладно, Толян, одна анимешница, что там, их две. Не одна, две. Так вот. Продолжим. Так, пойдем сюда. Либо пойдем сюда. Так, ну, на лошадку мы ходили, да? Давайте здесь без голосования. Или с голосованием. Давайте будем вот так голосовать, наверное, когда три чувачка попадается. И мы будем голосовать. Типа огонь, вода, ветер. Ну, типа не голосовать, а выбирать через рандом этой игры. Потому что если этого чувака еще взять, у него меньше... Меньше хпшечки, видите, в половину. То есть, видимо, кто-то сыграл с ним в ничью или как-то, ну, короче, взбили ему чуть-чуть. Поэтому пойдем на этого, он типа с крылышками, значит, типа сильный. Крылышки равно сила. Ну, мне так кто-то говорил. Так, сюда мы возьмем только, давайте, так, мы возьмем шарика на котике или не возьмем шарика на котике. Так, он даст нам иммунку, а то вдруг обгонит. Угу. Как же секс через окошко? Я видел в порнухе, знаешь, сверливают дырочку в какой-то двери, либо в стене, и можно вполне, как говорится, иметь нормальные отношения. Ну, и все. Да. Главное, чтобы у вас в доме собак не было, и все, что может помешать процессу, потому что ты что, не видишь, кто на той стороне? Ну да. Да, тут... Это надо обдумать, короче. И потом, потом, ребят, я гайд сделаю обязательно, но это чуть позже. Не отвлекайте. Так. И сюда мы возьмем... Угу. Так, кого мы сюда возьмем? А вот действительно, кого мы сюда возьмем? А. Так. Мы можем сюда взять Дуфниса.
или не Дуфниса. Нет, нам бы этого чувачка убить, чтобы он не успел походить. О, как я задвинул, да? Точно, у нас же осталась, получается, наша Чуня Ли. Чуня, мать ее, Ли. Так, а вот с кем мы ее возьмем? Кто у меня быстрый? Так, с кем же мы ее будем брать? У меня Шемитай, но он может не убить. Получается, Шемитай достаточно быстрый. Зайрос, но для Зайроса нужна Тиана, тогда не будет пирата. Алисия, по идее. Алисия не убьет Сиару. Блин, жопа, у нее разноцветные ТД. А если взять вот этого пирожочка? Блин, ну он не убьет Дафниса. Как же мы это сделаем? Думаю, какого я ДД поставлю? Или не поставлю? Поставлю или не поставлю? Вот в чем вопрос, да? Так, Бренди двоих не убьет, скорее всего. Маловероятно. Так, хорошо, ставим тогда пирата. А, стоп, и пирата я не смогу взять, потому что он уже занят. Глори Холл, типа того, да. Вот видишь, ты знаешь, тоже, наверное, этот гайд смотрел. Да, тоже обзор этот смотрел. Короче, ладно, играем через Вусу. Так, добавим сюда Вусу. Так, и к Вусе добавим еще так, какую лидерку мы возьмем. Можно взять темного песика, по идее. Так, темный его песика, но темного песика будет бить только вот этот, наверное, пирожочек. И если до ассиста или еще водяного моба, чтобы этот бил точно по песику. Водяного, водяного. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, да? О, я знаю, мы возьмем русалку и песика. Все, точно, уговорили. Уговорили, договорились. Так, берем трусалку и пёсика. Вам же нравятся пёсики? Конечно, нравится. Так, поехали. Все, тысячу раз так делали, постоянно так атакую. На канале прочитал. Причем здесь казалось бы, да? Так, казалось бы. Казалось. Как Казантип, только казалось. Так, можно шарика грохнуть гарантированно, а можно ударить массовкой. Давайте массовкой. Удар молнии. Чпок. Кто-то сдох. Вот это прикол. Вот так вот, да? Так, чпок просто. Ай. Так, сюда-ка. Чпоки, чпук. Просто. Иу, минус. 79 бюджетных тысяч без бафа на скорость. Опа, шарик еще прок. Шарика прок, прока шарик. Шарика Прокович, Прока Шарикович. Прока Шарикович. Прикольно звучит. Так, ускоримся. Так, минус. Говношарик. У кого сегодня день рождения? Я не знаю. У человека, который создал алфавит. Русский. С русскими буковками. Да, мне кажется, у него, я не знаю, этого автора. Скорее всего, он создал. У него сегодня день рождения, да? Угу. Да. Скорее всего. Я бы его поздравил. Я бы ему открытку-то отправил. Просто пиу-пиу-пиу. Так, устойчивость. Ай-яй-яй, как обидненько, что там устойчивость, да? Обидненькая устойчивость. Вжух. Просто дотики, посмотрите. Вжух. И сейчас будет минус поросеночек. Сейчас он сам себя убьет, смотрите. Магия. Его нету. Вы видели? Исчезновение Дафниса на стриме. Причем, заметьте, это онлайн. Люди могут, ну, я могу пруфануть. Это не в записи, где я бы смонтировал. А смотрите, он взял и вышел. Просто есть такой чит. Он в настройках игры включается. Вот здесь надо ввести. Так, секундочку, консоль. Так, минус. Так, Сейчас, секундочку. Так, СВ, рестарт. Так. Чит, так, чит, 0, так, есть, так, и вставить нужно свой рестарт. Все, готово, чудненько, работает, видите? Отлично, немножко наркотиков, и все будет хорошо. Так, ай-яй-яй, ты что делаешь? Ай-яй-яй, бомбочка залетела. Шифографический инфаркт, да, аж шишечка встала, да? Опачки, пассивочка сработала, опачки. Так, ну сейчас может сдохнуть наш песик. Песик, нет, живи! Песик! Песик, живи! Песик живет.
Чатик, песик живет. Угу. Так, давай, Сиара, давай, еще критуй. Критуй полностью, сможешь критануть? Так. Сиара, критуй, твой Сиара. Сиарочка, ты умираешь. Ай-яй-яй, как обидненько, Сиара сдохла. Сдохла, прошматроска. Взяла и таки сдохла. Ай-яй-яй, какие, наверное, обидненько. И взяла, и сдохла. Сдохла и взяла. Что ты, короче, взяла? Тэн-тэн-тэн. Так, есть такое. Да, еще тем, кто смотрит записи, вы не поверите. Все гайды для спонсоров находятся в плейлисте для спонсоров. А то люди становятся спонсорами и не знают, что есть гайды. Или наоборот, люди, которые не спонсоры, не знают, что есть гайды. Есть гайды, я их делаю, до сих пор делаю. Вот весь список, вот целый плейлист гайдов, в котором насчитывается уже 80 видео, из которых 79 это гайды. Вот, смотрите. Плейлист называется «Гайды спонсорам». Спонсоры, смотрите. А те, кто не подписался еще, становитесь спонсорами и смотрите. Для вас делаются гайды. Вон, больше 100 тысяч просмотров уже именно индивидуальных гайдов. Для вас, вы же спонсоры, для вас поддержка. Вы меня поддерживаете, я вас поддерживаю гайдами. У нас типа взаимка. Вы мне помогаете, я вам помогаю. Никак по-другому. Все, да. Смотрите гайды. Так, и поехали, туточки кому-то наваляем. Так, раз поросеночек на выбор. Два поросеночек на выбор. Так, три просто. И четыре, боже, пират в дефе. Это что-то уникальное. Уникакальное. Так, у этих первых троих одинаковое количество хп, поэтому мы рулеточкой определим. Огонь, вода, ветер, да? Или огонь, вода, да, огонь, вода, ветер, проще запомнить. Так. Огонь, вода, ветер. Огонь. О, боже, посмотрите. Когда первый раз пришел на стрим Аракис, я не понимаю, что происходит. Такой палец в нос. Посмотрите на его глаза. Это жесть. Он под наркотиками, по-любасу. По киви наркотиками. Он под наркотиками. Так, идем на этого, короче, на этого чувачка. С этим медведиком или что это у него тут. Медведик. Так, сюда мы возьмем почти традиционную пачку. Вот эту только возьмем сюда. Так, нашего поросеночка Тессарионовича. Так, а сюда вот мы возьмем... Так, у него лидерка, по-моему, на резист, да? Устойчивость. Резист устойчивич. Так, а вот мы быстрее будем, чем этот школьник. Я не уверен, если мы возьмем сюда шакрамок. Тем более этот может кинуть баф на скорость и его ускорить. Да, это будет не круто. Ну, типа через шакрамок его убить. Они у меня достаточно медленные, там мало скорости. Мало половин. Так, поэтому можем взять сюда пиратика и какую-то стеллу, теоретически. Пират Стелла Тиана. Даже не знаю. Так, пират Стелла Тиана. А если раскол не залетит, ну, типа будет жопа, да? Еще и одну тычку. Это паскуда снимет. Уберет. Снимет, уберет. Ну, что-то, короче, сделает. Ладно, сюда возьмем так. А сюда оставим как есть. Так, сюда мы добавим еще. Так, мы добавим сюда козлятинки кусочек. Маленький такой кусочек, ни к чему не обязывающий. Так, и можно еще ровка добавить, я думаю. Или не добавлять ровка. Не добавим, наверное. Есть раскол. Поэтому можно взять сюда еще... Можно взять сюда еще русалку и будет норм-корм. Тем более этот школьник будет бить нашу трусалку. Да, как раз я думаю она. Или паладиншу. Хотя там иммунка. Да, я думаю лучше русалку взять. Так как там есть иммунка. Лидерка на резист, лидерка на резист. Война резиста просто. Так, вжух. Вжух и баф. Так. 5 стеков. Что сделаем? Давай тоже бафнемся, чтобы дамаги было больше. Хильнемся через... Тут больше хп, поэтому сюдой. Сюдою. Ю-ю-ю. Так, попробуем сюда убить. Отлично, но он сейчас воскресится. У него одна книжка, к сожалению. Есть акт 20 дней, 200 свитка призыва. Окей, открывай. Если хочешь, чтобы я тебе открыл восклицательный знак свитки в чатик. И мы тебе откроем свитки.
Пара-па-па-пам-пам. Так, надо бы почистить чакры с этого месье. Ага. Так, уже 4. И давай пятую книжечку. Отлично. Своровали. Просто воровайка такой. Раскульчик тебе, бафчик. Угу. И сейчас мы будем кого-то убивать. Так, давай откатим скиллы. Откатили. Так, и давай сольем сюда, а сюда ультой ударим. Так, снимем каку. Убивай. Зая, убивай! Не убил. Так. Зая не убил. Ох уж этот Зая. Так, отлично. Своруй. Другую песенку включим. Так, на тебе, говняшечка. Замучаем эту козочку. Козочку-козюлечку. Так, шикарненько. И вот так вот. Да. Так, в жухе 0 хп. Просто анимация, да, такая топовая. Да, ты понимаешь, костюм оригинальный, самый топовый. А не вот тот вот дрыщаровский костюмчик. Где непонятно, что и как с этим чувачком. Так, давай, не знаю, ударим сюда. И еще ударим сюда. Пускай будет. Так, давай, не знаю, опять сюда ударим. Ай, козлятинку хотел убить. Прок, минус. Фу, до свидульки. 5 стаков. О боже. Кого ударит? А, ну, логично. Так, сюда и блочим этот кусок говна. Отлично, все, не работает, да? Твоя мега-классная книжечка пассивная. Так. Все, и уже урон не ощущается. Где у козлика штанишки? А он так, он просто... Понимаешь, да посмотри на эту голенькую попку. Да посмотри на эту маленькую жопку, да? Вот маленький. Так бы разогнался и просто с ноги вмазал бы, да? Знаю, знаю. Да, такой маленький пиздюк симпатяшный. Да, мой пиздюк. То ли спасибо за читы. Пожалуйста. Спасибо за читы. Так, ты скачал по ссылке, я надеюсь, да? Все правильно, перешел по ссылке, скачал. Так, смс не требовалось. Все там норм-корм, пжспсы. Так, бух минус, говняшка. Боже, он раскол закинул. Вот это невероятно. Невероятно. Сейчас мы этому песику наваляем. Одну собаку убили, вторую собаку убили. Не, ну козлик это прям топчик, посмотрите. Маленький пиздюк с этой палочкой еще. Будет этот хвостик его. С какими-то там веточками. Зато у него есть какой-то полушарфик или полупончо, как это назвать. Короче, топик какой-то. Топик, чтобы сисечки прикрыть, видимо. Козлик, это же девочка? Ну, конечно, девочка, ну, естественно. Там бы, если был бы мальчик, там бы снизу болталась вот так вот. Ну, вы понимаете, некрасиво было. А так это девочка. Да, козлик равно девочка, все логично. Так, это мы сделали. Отличненько. Да-да-да. Так, сюда мы сходили, сюда мы сходили. По акции мы забрали. Так, давайте еще на аренке кому-то наваляем. Кому мы наваляем на аренке? Этому можно навалять. И этому можно навалять. И этому можно навалять. Боже, обожаю быстрые дефы. И этому можно навалять. Да ты посмотри, просто под меня сделали дефы. Посмотрите, подряд. О, кошка говна. Так. Да, и в телеграме в нашем. Сейчас мы, скорее всего, сходим. Где он там этот был, поросеночек интересный. Так, это не интересно, это на один выстрел. О, вот сюда на это говно сходим. Угу. Да. Так, что у нас туточки? Как мне вчера ВКонтакте написал человек, говорит, Толян, я бы смотрел бы твои стримы, если бы ты стримил на Твиче. А то, что я в каждом видео говорю, что я стримлю и на Твиче, и на Ютубе одновременно, все ссылки есть в описании, читайте описание, этот человек уже благополучно полгода игнорирует. Я же говорю, я удивляюсь некоторым моим классным подписчикам, у меня просто мозг лопает от того, какие они классные. Посмотрите, да? Посмотрите. Демон как контрит всяких клинсеров. А? Посмотрите, он снял, но всего лишь один дебаф. Ой, как обидненько, да? Кися-пися, и взяла, сдохла. Прошматроска. Как демон контрит этот весь мусор в защите. Да, и один демон, и второй демон. Это красота, да? Крайний, Кенни, тебя убили. Такие вот дела. Да, и в нашем телеграм-канале есть голосовалка, чатик. У нас есть голосовалка, можете проголосовать.
Ссылка на телеграм-канал есть в описании, либо просто в поиске в телеграме напишите Arrakis Games. Если вы еще по какой-то причине не в телеграме, то вы, наверное, очень странная личность. Напишите с телефона, с планшета, либо на компьютер скачайте. Это бесплатная программа, называется Telegram. Здесь вы можете с кем угодно переписываться, со своей мамой, папой, бабушкой, дедушкой и, соответственно, вступить в наш канал, в котором есть куча всего полезного. Вот всякие мемчики, аккаунт продает человек. Вот, Violent, Swift, Violent, сука, Swift, блядь! Violent, блядь, Swift! Вот, вот, видите, махач между Виолентом и Свифтом. Прикольно. Так, аккаунт, и вот я сделал голосование. Голосование. На какого монстра сделать пятый выпуск? Полный контрец. Да, и я обновил монстра в альбоме. В альбоме теперь 460 монстров. Я туда обновил панду ветра, наездницу добавил второй вариант туда, добавил свой деф в данный момент в расчас, который может и вам пригодиться. Ага, можете заценить. И бульдозера переодетого, еще и новый артефакт на нем добавил в альбом. Да, вот, и вы здесь можете проголосовать. За наездницу, за оборотня, за феникса, за императора, либо за орфистку. То есть голосуйте за того, кого вы хотите увидеть. Да, увидеть в следующем видосике. То есть то, что наберет тот персонаж, который наберет больше всего голосов, на того и сделаем, соответственно, видосик. Так что оставляйте свой голос, у вас есть еще немного времени. Вот уже 239 человек проголосовало. У остальных 300 человек, видимо, руки с жопой, они не смогли нажать на кнопочку. Да, простите. Ну, типа 539 человек просмотрели запись, всего лишь 239 голосов. У остальных, ну, они не смогли. Видите, всего лишь каждый второй, даже меньше, каждый второй нашел кнопку, которую надо было нажать. Очень сложно. Да, очень сложно. Так что оставляйте ваши голоса, и, возможно, ваш голос будет решающим. До вечера на стриме, жду вас каждый день, стримлю каждый день. Вот в данный момент я снимаю это видео, и я стримлю. Вот, и в чатике даже люди пишут. Люди, вы пишете что-то в чатик? Это живые люди. Живые. Не зомби, пока что не зомби. Вот, да, так что жду вас вечером и советую сериальчик про зомби, очень веселый, с Дрю Берримор, называется сериал... как он называется? А, «Диета Санты Клариты». На Netflix, если что, есть, или на любом сайте можете посмотреть. «Диета Санты Клариты». Не пожалеете. Посмотрите сами, либо с девушкой, с мамой, папой, бабушкой. Там ничего пошлого нету. То есть сериал можно смотреть, скажем так, всей семейкой. Ага. Так что до вечера на стриме. Кому нужны любые услуги, консультации, чистка рун, ночной фарм. Есть места на ночной фарм. Переодеть персонажей, купить любой донат-пак. По любым абсолютно услугам пишите ВКонтакте, в Телеграме, либо в Вайбере. Пока.